И всем привет, с вами Шелтер, и сегодня мы проходим пародию под названием GRS или же Juniors. Привет, новичок, недавно пиццерия напротив нашей обанкротилась и выкинула на мусор своих аниматроников. Наши агенты забрали 3 аниматроника. Так что ты нужен мне для осмотра этих роботов. Начнем с первого, зовут ее Марионетка. Следующий аниматроник это Балун Бэйби. Какие-то они страшные. Ага, Джуниорс называли себя пиццерией. Но как оказалось, это был хоррор-квест. Недавно там произошел инцидент. Аниматроник Фокси крюком отрезал мальчику руку. И третий аниматроник это Бонни. А что он умеет? Он умеет играть на гитаре.